Можем сделать отдельный эфир, будет страшно. Вы не хотите этого знать, да? Развитие искусственного интеллекта, понимаете, нейросетей, роботизации уже невозможно. Я думаю, что вот институт брака в его нынешнем виде, да, претерпит достаточно категорические и серьезные изменения. Ну и, конечно, проблема внешнеполитическая, которая много будет определять многие тренды, это противостояние Китая и... Здравствуйте, это Политека онлайн. Я Инга Мизеря, со мной в студии Марк Гинзбург, украино-американский бизнесмен, инвестор, футуролог, эксперт по вопросам блокчейна и искусственного интеллекта, а также вице-президент футбольного клуба «Динамо». Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Марк, наступает 22-й год. Конечно же, невозможно заглянуть в будущее, но попытаться все-таки можно. Как вы считаете, какие основные тренды, как будет развиваться мир в 2022 году? У нас есть уже опыт несбывшихся надежд 2020 года из-за ковида, специфический 2021 год. Вот как вы видите, какие тенденции будут в 2022? Ну, к сожалению, я, к большому сожалению, я не могу снабдить вас оптимистическим прогнозом. Это не потому, что, знаете, говорят, что да, там, пессимист – это хорошо информированный оптимист. Это, да, на самом деле, это так. Почему? Ну, вот эта долгоиграющая история под названием COVID-19, она не закончилась в 2020 году. Она, несмотря на... Даже скептики считали, ну ладно, но если не в 2020, ну в 2021-то точно, да. Помните тогда, какой был энтузиазм, когда в сентябре вдруг вот такое божье благословение сразу снизошло на три фармакологических гиганта. Pfizer, Moderna, да, и Johnson & Johnson, да. Они все заявили, что они изобрели вакцины против ковида. Это было август-сентябрь 2020 года. Конечно же, мы считали, что несколько месяцев и все это закончится. Видите, прошел весь 20, закончился 2020 год, прошел 2021, и сегодня то, что пугало, то, что было, самая большая проблема, все, мы уже стали привыкать к этому. Да, вот новый штамм, ну, окей, бустер, третья доза, потом надо будет четвертая, потом пятая. И уже все воспринимают это... Никто не говорит о покушении, там, ну, говорят, да, их сегодня клеймят, определили в группу там антивакцинов, да, гонимых, скоро притесняемых, санкционированных, да, этих людей, которые пытаются говорить о том, что это нарушение прав человека, прав личности, демократических свобод. Скоро без масок будем чувствовать себя неуверенно. Да, вы понимаете, маски стали настолько привычными, причем это настолько глупо. Знаете, у меня младший сын, он очень талантливый такой пианист, он участвует уже последние несколько лет, он участник там 6 крупных международных таких конкурсов юных пианистов, да, 4 раза играл в Карнеги-Холл, в Линкольн-центре. И вот 3 декабря, то есть он прошел 4 курса отбора, и вот 3 декабря был финальный концерт в Карнеги-Холл. Я был, находился на Экспо в Дубае, не смог прилететь в Нью-Йорк. Во-первых, да, за 2 месяца после того, как закончились все 4 цикла отборов, он прошел на финальный концерт и получил уведомление, что не вакцинирован, кто не вакцинируется, не будут допущены к финальному конкурсу. Казалось бы, да, это же не командный вид спорта, да, это вот ты... Один на один с роялем, да, находится на сцене, это зрительный зал далеко, Карнеги-Холл, мощная такая концертная площадка. Окей, надо было вакцинироваться. А вы знаете, там же дети 13, 14, 15 лет, многие родители не хотели их вакцинировать. Ну, надо, значит, если ты не вакцинируешься, ты не будешь участвовать. Вакцинировались, но я когда... 3 декабря, значит, он выступал, я просил, чтобы, ну, мне прислали запись, да, там мои друзья были на концерте, пошли. И вот, когда я посмотрел, знаете, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Значит, он выходит, садится за рояль в маске. Зачем? Если все, априори все вакцинированы, так? Всем надо было принести тесты еще ПЦР. Все, и дети, и родители.
зрителей, ни одного не пускали в зал без ПЦР-теста, без вакцины. Он наедине с роялем, больше никого нету в зоне, да, как они говорят, там, да, 6 фит. Первый ряд находится на расстоянии метров 25, да. Зрители, ладно, в масках, они сидят, они друг другу. Но почему пианист должен, знаете, вот он играет, да, какие-то эмоции, и все, он в маске, но, вы знаете, это символ нашего времени, и я боюсь, что, возможно, это тоже, с моей точки зрения, для чего это происходит все, это даже не профилактическая медицинская ситуация. Это то, о чем я всегда говорю, да, что и онлайн-обучение, и все современные, как бы, тренды, они ведут к тому, чтобы вот это, никому не нужны, правительствам не нужны, я говорю про мировое правительство, правительствам не нужны думающие, анализирующие люди. Все сегодня основано на том, на усреднение, принижение, да, аналитических способностей, мыслительных функций и так далее. Нужна серая масса, биомасса. Это тренд, к сожалению, да. И вот вы знаете, вот когда человек в маске, ведь он же теряет свою, правда, индивидуальность. Половины лица нету, да, и все, и, ну, глаза, да, половину нет лица. И вот, понимаете, когда люди к этому привыкают, и мне кажется, что это все, это звенья вот той общей политики, да. Ну, назовем ее «золотой миллиард», да, да. Когда, вы думаете, когда медицинской необходимости не потребуется, то правительства все равно будут давить на людей, чтобы они носили маски? Вы знаете, когда на ментальном уровне, да, это происходит, это определенно вот этот тренд, как я сказал, я вижу, во многом вижу, я знаю много, я знаю сегодня, какие программы, какие алгоритмы закладываются в программы онлайн-обучения для школьников. Можем сделать отдельный эфир, будет страшно. Вы не хотите этого знать, да. Оно все работает на блокировку тех участков головного мозга, которые ответственны за анализ, за аналитику, да. Я просто считаю, что маски, понимаете, вот когда вот утрата индивидуальности, да, вот есть золотой миллиард, может быть, это не нужен миллиард, там будет золотой, там, 10 миллионов, да, а все остальное — это биомасса. Биомасса, которая будет сидеть дома, смотреть ток-шоу, сериалы, заказывать себе еду. Все в онлайне? Да, да, будут беспилотники приезжать, роботы доставлять тебе, все. Смотрите, вот эта вот биомасса, она должна... Если человек, когда он утрачивает индивидуальность, им очень легко управлять и манипулировать. И мне кажется, что маски — это звенья той же цепи. Понимаете? Вот обязательное ношение масок, когда уже даже в тех и регионах, и местах, где большинство населения вакцинировано. Я вам привожу примеры. И даже когда пускают в какое-то заведение, да, где для того, чтобы войти, нужно продемонстрировать, что ты вакцинирован, и еще ПЦР, и все равно надо быть в масках. Это не имеет никакого... Неангажированные медики вам скажут, что профилактические аспекты здесь минимальные. Давайте теперь вернемся, да. Тренды, итак, да. Итак, да, к сожалению, онлайн, боюсь, что это, COVID, да, это продлится, да, продлится, да. Онлайн снижение общественной активности. Вот этот ажиотаж, который мы наблюдали вот после того, как заканчивались такие на какой-то период времени ограничительные меры, и народ валил в рестораны, все. Это было, да, люди, человек социальное животное, он просто, да, истосковались по общению. Однако, после этого, это точно так же, когда, вы знаете, людей перевели на онлайн, на работу онлайн, да, компании крупные закрылись, да, все, с кем я говорю, ох, как я хочу, я так соскучился, как, вот так хочется работать в коллективе, вот так все хотелось. Когда те компании, когда заявили многие, да, что уже сегодня, да, можно выходить на работу, вы не представляете, какое количество людей настолько привыкли. Не, я представляю, да. Вы я представляете, знаю, мои, да, друзья не хотят выходить. Все, не хотят выходить. Это было настолько парадоксально, настолько интересно. Наблюдать это в Америке, да, я видел. Не хотят выходить. Сегодня колоссальная проблема найти офисных сотрудников среднего звена, да, потому что сегодня те люди, которые, вот эта система
для того, чтобы людей усадить, держать. Сегодня вы знаете эти печатания, там 4 триллиона, Трамп, 2 триллиона, 1,9 триллиона, Байден, да, выдача этих всех пособий по безработице на федераль... на штатном уровне, федеральные эти выплаты недельных чеков, они привели к тому, что сегодня люди, вот средний вот, да, персонал, сотрудников там, офисов, компаний и так далее, да, сегодня и эти все пособия в сумме больше, чем их зарплата. Если учесть, что не надо, соблюдая там дресс-код, там, покупать себе все время новую одежду, чтобы каждый день появляться, ну, не повторяться, да. Для того, да, женщинам нужно приводить себя в порядок, нужно там ездить на работу, покупать страховку на автомобиль, добираться полтора часа туда, полтора часа обратно. Многие люди оценили большое преимущество пребывания дома, да, это и материальное отношение выигрышно, и в бытовом. И сегодня не хотят, и это опять, мне кажется, что опять это все было. Это была такая ловушка, гэп. Сначала это под видом вынужденной меры, да, эпидемиологической, людей посадили дома, а потом, дав им щедрые пособия, их приучили. Они оценили выгоды пребывания дома. И когда эти пособия сегодня все равно будут падать, однако ряд иных преимуществ бытового плана, он все равно будет удерживать людей дома, а самое главное, да, человек будет снижать потребление, находясь дома, и спустя какое-то время, если он будет отторгнут от системы общественного производства, работы в компании, он будет деквалифицирован в большой степени, да, потенциальные работодатели будут на него смотреть как совершенно такого малоконкурентного работника. Так вот почему в Украине такие маленькие пособия, их почти нет. Для того, да, чтобы мы не потеряли квалификацию, да, да, и продолжали, да, работать. Ну, понимаете, Инга, это так все, но все-таки это же происходит еще в плане чего? В плане того, что сегодня сдерживать развитие искусственного интеллекта, понимаете, нейросетей, роботизации уже невозможно. Его сдерживали именно только под угрозой вот этих социальных проблем. Но опять же, Китай ушел, там не определяется, там сегодня они сильно не заморачиваются на как бы вот эти социальную неудовлетворенность, да, людей, которых отторгли от системы общественного производства. Там все определяется принципом общественной полезности и целесообразности нужд и интересов государства. И поэтому Китай ушел далеко вперед во всех этих разработках. Американцы сейчас будут догонять, они все-таки будут роботизировать производство, и большие массы людей будут просто окажутся ненужными. Этот процесс будет продолжаться в 2022 году. И он на первых порах будет, конечно, принимать очень болезненные формы. Что я думаю еще, какие будут тренды? Мы сейчас не будем говорить о дальнейшей эскалации украинско-российского конфликта. Я думаю, что к прямому вооруженному столкновению это все-таки не приведет. И Россия совершенно четко определила свою позицию. Предоставьте нам юридические гарантии, что Украина никогда не вступит в НАТО. Все. Им больше никаких требований. Ни союзникам, ни Украине Россия не выдвигает. Понимаете? Поэтому я думаю, что все-таки где-то возобладает какая-то практика разумных компромиссов, и этот вооруженного конфликта не будет. Но что же, из таких трендов, я думаю, вот именно новое вот развитие новых технологий, оно определит какие-то совершенно такие новые тренды, например, и новые вызовы. И 22-й год, я думаю, будет достаточно таким тоже таким базово определяющим. Медицина. Сегодня уже целый ряд серьезных лабораторий, университетских, серьезных клиник, закончили все разработки. Серьезные госпитали и клиники проводят испытания. Сегодня речь идет о том, что здравоохранение уже войдет в область воздействия на клеточном уровне. То есть вот то, что раньше мы читали у фантастов, да, ремонт клеток, да, внедрение
в межклеточное пространство, да, и возвращение опять жизни, молодости клетки, чинить мембрану, она опять клетка станет. Ведь, да, здоровье организма – это здоровье его клеток, да. Поэтому, да, а проблема старения организма, да, это когда стареет клетка, когда клетка не может свободно там дышать, мембрана не может работать, потому что межклеточные пространства зашлакованы. Сегодня, да, можно будет, да, чистить, да, как мы посуду от накипи, так можно будет, да, чистить сегодня и сосуды, и межклеточные пространства. Это приведет совершенно к невиданным результатам в том плане, что к увеличению продолжительности жизни. Да? То есть 110-115 лет это будет такой, как бы, это будет такой срок жизни, легко достигаемый для человека, который заботится о своем здоровье. Но помимо заботы о своем здоровье, эти процедуры, опять же, еще, наверное, лет 10, 15, 20 будут уделом богатых людей. Они будут достаточно дорогие. Понимаете? И поэтому тоже это очень серьезная проблема. Понимаете, будет происходить момент. То есть люди, которые обладают, тут будет не только социальное разделение, да, а даже вот в плане продолжительности жизни. Да. Кто-то будет жить 115 лет, а кто-то будет жить в два раза меньше. Теперь тут же еще одна ситуация. Будет просто опять, сейчас будет, я думаю, что 22-й, 23-й, 24-й год, я просто знаю, я бываю каждый второй месяц в Кремниевой долине, знаю ряд компаний, которые очень успешно работают в области медицины, да, генетической инженерии. И вот это именно вот генная инженерия, она сегодня, есть ряд таких уже потенциально достижимых результатов, а есть ряд уже достигнутых результатов. Так вот, в этом плане будет не просто увеличена продолжительность жизни, а будет сегодня активная фаза жизни, она будет резко увеличена. Думаю, что в ближайшие 10 лет появится такое явление, то есть 80-летние, через 10 лет 80-летние, это будут нынешние 50-летние. Понимаете, вот эта вот категория людей, да, а его никогда не было вот в истории человечества, те, которым 60, 70, 75 лет, это будут люди 45-65 лет по нынешним категориям. Это тоже породит целый ряд проблем. Перенаселение. Ну, перенаселение, послушайте, а сохранение института семьи в том виде, в котором он сейчас есть. Человек, если человек достиг 65 лет, например, да, все дети уже взрослые, обязательства перед детьми выполнены, да, а он еще себя чувствует, да, вот как 40-летний, да, и впереди у него еще там много лет, да. А, понимаете, я думаю, что вот институт брака в его нынешнем виде, да, претерпит достаточно категорические и серьезные изменения. И это тоже породит целый ряд социальных моментов. Сегодня уже, ведь это для кого не секрет, для кого это секрет, то я его открою. У меня как бы взрослая дочь, взрослый сын есть в Америке, да, дочь в Калифорнии живет, сын в Нью-Йорке, вот сейчас он в Колорадо. Сегодня такие два мощных движения есть. Это люди не хотят вступать в брак. Не хотят вступать в брак. И такое, как childless, то есть не хотят рожать детей. То есть сегодня люди хотят реализовывать себя. Сегодня семья, как некая такая, как мы говорили, ячейка общества, да, раньше людям, да, это был институт совместного проживания, да. Сегодня, да, достаточно высокий материальный уровень, который позволяет людям, там, каждому платить, там, аренду за свою квартиру, да, то есть ради общей жилплощади, да, жить не надо. Бытовые вопрос проблемы... Вопрос выживания вида уже не, да, стоит. Бытовые проблемы решаются совершенно легко и просто. Пошла такая очень пугающая тенденция, то есть сегодня, да, вот девушки в 30 лет, они берут там, замораживают яйцеклетку, пока у нее еще такой репродуктивный возраст достаточно там здоровый, молодой, все, и дальше она, знаешь, она может там заниматься карьерой, вкушать там радости жизни, да, ни перед кем не отчитываясь, не стирая никому носки, вот, до 40, до 42 лет, да, а потом, да, ну вот, да, ну, если жить до 115, то, в принципе, раньше 60 можно. Ну да, это сегодня, видите, да, видите, мы же сегодня уже, да, читаем, что голливудские звезды там 42-43 года, раз, родила сразу двойню, да, это все инвитру, да, они, как бы, да, вот эти вот искусственного оплодотворения, они совершенно изменили
ряд определенных социальных моментов. Да? Все. То есть, понимаете, и этот процесс, он будет идти, он сегодня, если вот я сказал, да, он замораживается клетку, это были особо такие авангардно настроенные, да, мыслящие, да, там, например, девушки. Сегодня это чуть ли не всеобщее такое явление, тренд, да, они не хотят замуж, лузеры, да, выходят замуж 20, 25, 30 лет. Ну, да, на среднем Западе где-то там, в маленьких городках, возможно, там патриархальные такие моменты присутствуют. Но в больших мегаполисах никто не хочет выходить замуж ни в 30, ни в 35, ни в 40 лет. Да? Они только сделали карьеру, начинают получать достойные зарплаты, которые позволяют им путешествовать по всему миру. Раньше люди, да, было скучно, да, вот сегодня же дома не скучно. Сегодня никто не нужен, нужен только планшет, только компьютер, онлайн. И все, и все. Понимаете, это тоже, это будет нарастать, и это определяет очень многие моменты. Я думаю, что да, вот мы услышим вот в наступающем году о таких прорывных каких-то моментах в медицине. И есть еще моменты, которые... У нас уже мало эфирного времени, поэтому я хочу, чтобы мы тезисно давайте так с вами. Ну, и не знаю, я думаю, что все-таки, да, очень серьезные вызовы будут стоять на международной арене, да, во взаимоотношениях между государствами. Есть такие, да, вот потенциальные такие конфликтные зоны, да, это традиционно Ближний Восток. Но в данном случае уже это даже это не конфликт между арабскими государствами и Израилем. Израиль сегодня в оборонном отношении, он ушел далеко вперед, не только своих соседей, а, я думаю, занимает лидирующее место на мировой арене. Он себя вполне сам может защитить, ему уже не нужна ни американская помощь, никакая. Речь сегодня, и у них сегодня нормальные отношения сейчас выстраиваются. Да? Дело с арабскими государствами нет. Сегодня, да, это проблема Ирана, его ядерной программы, да. Это проблема все-таки радикализации ислама. То есть вот ислам с человеческим законом, лицом, умеренный ислам, да, к которому стремится Рамзан Кадыров, например, или та же Саудовская Аравия демонстрирует это, да, вот Дубай, да, цифровой город, город будущего. И есть все-таки... Все-таки остается и ИГИЛ, и братья-мусульмане, и различные группировки, то есть мощнейшее движение такого радикального ислама. Это серьезнейший вызов. И вот там как бы все-таки да, есть Сирия, такая зона взрывоопасная. Есть Турция со стремлением Эрдогана к господству. Да. Это один момент. Есть Центральная Азия, где, казалось бы, вроде все было так тихо, спокойно, а сегодня, после бегства американцев с Афганистана, проблема же не в том, что они ушли. Они ушли, оставив Талибан. И проблема не в том, что они не уничтожили Талибан. Да. Они оставили Талибан с вооружением, не с нашими там списанными джавелинами, которые нам давали, да, они оставили его с 2 триллиона вкачали у нас, новейшим вооружением. Они Талибан вооружили и оставили. И сегодня, да, это будет постоянно Афганистан сегодня, талибы, я думаю, будут терроризировать Пакистан, нашу, ну, бывшую нашу, да, Центральную Азию, это Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Очень-очень конфликтная зона, и это все мы знаем. Главным образом они находятся на вот этом международном трафике, наркотрафике. Очень проблемная зона. Отношения Индии и Пакистана. Две ядерные государства в жестком конфликте, да, сегодня. Сегодня отношения портятся, начали между Индией и Китаем. Из-за того же пресловутого Кашмира, да, уже начинаются пограничные какие-то конфликты. Большая проблема. Ну и, конечно, проблема проблем, внешнеполитическая, которая много будет определять многие тренды. Это противостояние Китая и Соединенных Штатов Америки. И в этом плане, как бы, я думаю, что в Евросоюзе будет серьезный проблем. Я вообще считаю, что я Евросоюзу даю как вот структуре, да, максимум 5 лет. Сегодня колоссальнейшие проблемы. Есть единственный экономический их локомотив, это Германия, да, у которой тоже сегодня возникает целый ряд структурных проблем, да, из-за ее экспорта, гигантской экспортной составляющей ее промышленности, а для этого нужны рынки, а рынков нет, их не пускают, а их рынок Европа, а Европа беднеет, колоссальные проблемы сегодня в Южной Европе, Португалия, Греция, Испания, Италия, да, сегодня во Франции размер ее госдолга к ВВП
достиг исторических максимумов. Поэтому, понимаете, она сильно-сильно-сильно слабеет. Вот, Евросоюз. И поэтому наша Украина, наши проблемы, проблемы следующие. Их надо все-таки рассматривать. Экономические проблемы главным образом в контексте того, что экономический кризис, который искусственными методами, да, накачиванием денежной массы, количественным смягчением, как это называется, да, ковидом и прочее, и под него опять триллионы и триллионы этой денежной массы. Сегодня все эти инъекции, они уже перестают действовать, как обезболивающие, все, а лечения нет. Сегодня по всем экономическим показателям, тот кризис, который должен был наступить в конце 19-го, в 20-м году, его в силу того, при помощи тех моментов, о которых я сейчас сказал, его отложили, но он грянет. И я думаю, что это будет именно в 22-м году. И в этом плане, учитывая, что у наших граждан, у них нет возможности получать ни штатную помощь, ни федеральную, да, из бюджета, да, ни малому и среднему бизнесу, ни людям индивидуально, да, то им надо рассчитывать исключительно только на себя. Зарплаты небольшие, коммунальные расходы колоссальные. Я думаю, что совершенно правильный тренд сегодня все-таки снизить потребление до необходимого минимума, сконцентрировать ресурсы. Да, ну не покупайте, будьте очень осмотрительны с приобретением жилья. Его надо будет выплатить, потом надо будет его обслуживать, да. Вы не знаете сегодня, будет ли у вас вообще зарплата, будет ли пенсия. Я думаю, что у многих ныне работающих пенсии не будет, да, той, которую они считают государственной и так далее. Есть целый ряд моментов, опять несчастье хочу об этом говорить. Покупайте квартиру только, ну, если, ну, совсем жить негде, да. Ну, этот бум, понимаете. Я понимаю, 346 проектов, и народ покупает, потому что только это дешевле, чем было вчера. Мне, знаете, нравится, вот люди говорят, что... Ну как, когда я вот так выступаю, я уже рассорился со всеми своими друзьями-девелоперами, да. Ну не вот, я же, еще раз, я же всегда... Моя миссия образовательная. Я пытаюсь делиться своим опытом и своими знаниями для того, чтобы, да, для народа. Смотрите, когда люди говорят, у нас еще не сталкивались ни с дефолтами, ни с foreclosure, когда банки забирают, когда государство забирает, ты не платишь налоги, у тебя жилье. Просто, да, без всяких сантиментов, да. Дети, зима, неважно. Приехал маршал, желтой лентой, крест-накрест, дверь опечатал, и все. Попробуй сорви пломбу, и все. Смотрите, у нас еще это нету, это будет, но дело даже не только в этом. Когда говорят, что зачем тебе квартира, ну это лучший способ, да, сберечь деньги. Недвижимость всегда дорожает. Это вот то, элементов этого массового болванивания, о котором я говорю. Зачем мы будем думать... в 22-м. Да зачем мы говорим сегодня, я буду рассказывать, как это было в Америке. У меня были квартиры во многих европейских столицах. Как это было в Париже, мол, неважно. У нас здесь, в Киеве, любой человек, который купил любую квартиру в Киеве в 2007 году или в начале 2008 года, он сегодня... Может продать ее за половину, да, той стоимости, за которую он купил? Невозможно. Так зачем же сегодня вы? Это же наш опыт, наших людей в нашем городе. И все равно у нее это лучшее средство, да, там, сохранения денег. Ну, смех. Так, Марк, люди, будьте бдительны. Держите крепче, я говорил свой биткоин, держите крепче свою гривну. Да, снизьте потребление до необходимого. До необходимого. Надо переждать серьезнейшие вызовы. А есть целый ряд субъективных факторов, которые могут либо ускорить колоссальные проблемы, либо замедлить их. Но надо переждать в старой квартире. Так. Будем пережидать в этой студии, Марк. Я думаю, что в конце года мы просто обязаны с вами встретиться еще раз. Я, да, не имею в виду, что мы не будем встречаться в промежутках, но в конце года подвести эти итоги. Хорошо. Спасибо вам большое. С нами был Марк Гинзбург. Поздравляю всех с тем, что 22-й год приходит. Я надеюсь, что все-таки у каждого из наших зрителей он сложится хорошо. Марк дал свои советы. Я думаю, мы теперь все вооружены. Спасибо большое. Я, Инга Безерь, с вами прощаюсь. Не забывайте и в новом году подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии.